3 февраля 2016 года оперативный дежурный смены СУГ с главой управления ЧС России по Оренбургской области и СИДДС муниципального образования Северный район поступило сообщение о заторе на 1249 километре трассы М5 «Урал», произошедшей из неблагоприятных погодных условий гололедицы. Ориентировочный затор состоял из 60-70 автомобилей. На место происшествия были направлены оперативные группы местного гарнизона, оперативные группы 10-го отряда ФПС и мобильный пункт обогрева 10-го отряда. В 7.20 3 февраля движение на трассе полностью восстановлено. К ликвидации затора привлекали силы и средства РСЧС 55 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 37 человек, 7 единиц техники. На 1218 километре трассы функционирует мобильный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Оренбургской области и организована работа оперативных групп.